130 показателей за 6 минут. Анесса – мобильная медицинская станция, которая оперативно сканирует пациента и позволяет врачу проанализировать состояние почти всех органов и систем организма. Измерения проводят с помощью 5 чувствительных температурных датчиков, а результаты появляются на интерфейсе пользователя, то есть медицинской онлайн-карте. Мы сегодня совместно с разработчиками уникального оборудования, это харьковские наши коллеги, да, запускаем два прибора. Один прибор диагностический, который позволит нам собирать предварительную диагностическую информацию и проводить определенный скрининг людей, да, и сформировать маршрут дальнейшего медицинского обследования и лечения. Вот. И с другой стороны, мы сейчас запускаем аппарат, который уже показал свою эффективность, биол, да, который можно использовать это при помощи определенных физических инструментов для лечения больных коронавирусом. Данный анализатор позволяет оценить близко 130 показників неинвазивно. За короткий час, від 180 до 720 секунд, що дозволяє зекономити час на обстеження і далі звернути увагу на наявні патології пацієнта. Апарат працює за допомогою 5 датчиків з мікропроцесорами, які накладаються на біологічно активні точки на тілі пацієнта. Доктор-радиолог рассказывает, что сканер можно использовать для выявления заболеваний в разных сферах медицины. Это кардиология, неврология, онкология, нефрология и другие. Для этого нужно подключить 5 датчиков и поддерживать комнатную температуру. Это аппарат, в котором есть 5 датчиков. На конце каждого датчика находятся микропроцессоры. Вони накладаются на бифуркацию сонных артерий в месте каротидного тела, под пахвами 2 датчика и один на пупок. Зарубежные врачи уже активно пользуются этим комплексным скринингом. Этот проект успешно реализован в Китае, Мексике, Беларуси, Вьетнаме. На данный момент практическую ценность проверяют даже в Америке. У нас есть сертификат медицинский, как медицинского прибора в Украине, в Китае, в Мексике, в Вьетнаме, в Беларуси, в Узбекистане, в Казахстане, в Чили, в Колумбии. То есть мы достаточно представлены во всем мире. Сейчас боремся за получение сертификата в Соединенных Штатах Америки. То есть мы проходим сертификацию FDA, которая, в общем-то, тоже является крайне тяжелой. Также в медицинской клинике Международного гуманитарного университета уже активно пользуются еще одним ноу-хау – прибор BIOL, который помогает при лечении людей с коронавирусной болезнью. Здесь мы используем самые современные методы лечения. Так, сегодня мы запустили в работу аппарат волнового воздействия на ткани человека. Это разработка наших коллег, наших партнеров из Харькова, прибор BIOL, который позволяет значительно улучшить прогнозы лечения, выздоровления и реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией. Новое оборудование планируют передать также в медучреждения области. Врачи некоторых регионов уже прошли тренинг по его использованию.